Квартирным мошенницам вынесли приговор. Три предприимчивые женщины, представляясь сотрудницами акимата, обещали петропавловцам помочь получить квартиры по госпрограмме. За свои услуги они брали немало. За несколько лет от действий мошенниц пострадали 23 человека, их обманули на 94 миллиона тенге. Какое наказание грозит преступницам, расскажет Ольга Файзулина. Преступную группу эти женщины создали 4 года назад. Главными козырями мошенниц в общении с потенциальными жертвами были мифические связи в акиматах Петропавловской и Астаны. Это помогло им быстрее войти в доверие. Якобы по блату женщины обещали посодействовать в получении квартир по госпрограмме сначала в нашем городе, а затем и в столице. Кстати, без очереди и по низкой цене. За услугу обвиняемые брали от 1 до 12 миллионов тенге и выдавали расписки и квитанции. Однако, не дождавшись обещанных квадратных метров, петропавловцы обратились в полицию. В 2015-м стражи порядка задержали 28-летнюю Альфию Жукенову. Жукеновой Альфии Сергазыевны, 10 сентября 1988 года рождения, уроженки Северо-Казахстанской области, гражданки Республики Казахстан, несостоящие браки, имеющие двух малолетних детей, со средним образованием, невоенно-обязанные, работавшие индивидуальным предпринимателем. Свою вину подсудимая признала. Единственная из трех участниц преступной группы. Во время оглашения приговора она не могла сдержать слез. Вдали от детей ей предстоит провести 6,5 лет. Самое строгое наказание получила 60-летняя Сара Тайжанова. И это не первое ее уголовное дело. Да, значит, Тайжановой по статье 196 пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан наказание в виде 1 года лишения свободы, конфискации имущества, находящейся в собственности осужденной, добытого преступным путем, либо приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения, совершения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях. По статье 177, часть 4, пункта Уголовного кодекса Республики Казахстан назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На год раньше оттуда выйдет ее сообщница Оксана Вайдила. Всего по делу фигурируют 23 пострадавших. В общем, они отдали мошенницам более 94 миллионов тенге. Юрий Семушкин лишился 4000 долларов. 8 лет, я считаю, что это нормальный срок для них. Деньги не вернутся, это уже однозначно. Я уже знаю, что деньги никто не вернет. Чисто человеческие, ну, отношения были хорошие, налаживали отношения. Ну, как больше по-другому? Потом просили деньги? Потом так тихо-тихо просили деньги. На счетах осужденных, которые обогатились на десятки миллионов тенге, остались буквально копейки – от 38 тенге до 15 тысяч. Когда потерпевшие смогут получить назад свои деньги, неизвестно. Для начала им нужно подать иск в суд. Отмечу, Сара Тайжанова вернула одному из обманутых североказахстанцев 450 тысяч тенге. Ольга Файзулина, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.